Самое опасное, что сейчас существует вот в образе человека, это попытка обобщать. Ни в коем случае обобщение – это облако, это вообще непонятно, что там происходит. Вам надо всегда туда заходить и детализированно смотреть, пошагово смотреть, тогда вам станет понятно. Это, кстати, опять-таки в пику ко всем тем так называемым мастерам. Когда мастера спрашивают: «Ой, как вы к этому пришли? Как это, как с вами случилось это?» Это просто вот я сидела и просто случилось. Вранье. Вот каждый из вас, он специалист какого-то дела, да? Вот возьмем, допустим, хирурга. Если человек знает, как оперировать, он не будет сказать: «Знаете, какое-то такое наитие, я вот что-то как-то взял скальпель и творю». Нет, он скажет конкретно, что пошагово надо сделать. То есть так отвечает человек, который там не был, который просто играется в хирурга, да? Соответственно, я хочу сказать, будьте осторожны, когда вы идете на какие-то, я говорю, семинары, на какие-то курсы, что вы с этого получаете? Вы получаете больше раздрая, вы получаете больше неведения, больше иллюзию, потому что вам придется разбираться с тем, что у вас было до этого, и с тем, что вы еще набрали. И еще это вступает в взаимоотношения друг с другом, и получается такой винегрет. Чем больше, грубо говоря, у вас вот это навалено, тем сложнее с этим будет разбираться.